Ну, сумасшедшая семейка. Ты Симосети? Куда ты побежал, Алтай? Куда побежал? Иди сюда. Ну, я знаю, что сейчас на дерево полезешь. Берти! Берти! Иди ко мне, мой мальчик. Кто такой красивый? Где моя любовь? Моя снежинка. А ты вчера уже спала, мама пришла, ты дрыхи-дрыхи делала. Не нашли? Мы потеряли Алтая. Куда убежал? А, я тебе серьезно говорю. Пошел где-то здесь, вот только что был, и не могу в кустах найти. Долгожданный финал легендарного шоу. Никто даже себе представить не мог, что нас здесь ждет. Они пережили голод и интриги. Я игрок, который может справиться с любым. Прошли самые сложные испытания. Я сам себе доказал, что... То есть в какой-то момент тебе надо будет одновременно следить за несколькими шарами. Руслан, справишься? Могу помочь. Она найдет их в руках. Он холостой парень. Короче, чё, да? Молодечка. Мамин бублик. Сейчас поедем. Мы готовы. Кто-то у меня свистнул очки. Мы едем на рынок. Сейчас приедет туда Наташа Варвина падать в обморок от кая и ругать меня за цены. Что, малыш? Смотрите, значит, что хотел сказать. У нас сегодня много гостей будет. Мы смотрим сегодня финал последнего героя. Будет очень много гостей. Я обожаю. Я очень хлебосольная, все это знают. Люблю, когда у меня очень много людей. Блядь. Что за херню я несу? Очень много гостей. 500 раз я это уже сказала. Короче, сегодня должно быть весело. На этом коротенько все. Вы задротышки. Мара, теперь ты надень. Юра, куда ты пошел? Все уже, ты засветился. Кому больше идет?
учительнице Марусе русского и литературы. Или учителю физкультуры Теоне. Еще вот так вот зуб перейти. Мои на рынке. Кто на рынке? Всё, кто еще? Чем занимается? Кто ест? Я дегустирую. Кто не ест и нервничает сильно. Так, я пойду колбасу заберу, подождите. Ты не нервничаешь, Наталья. Но Наталья-то в своей стихии, в своей. Да, в своей. Она мне не дала посмотреть ни одной цены. Я говорю, это почем взяла? Она говорит, отстань. Героям. Не пишите им в директ, только убью вас, если не напишите. Не надо писать. Нет, если будет, ну, никто не верит, что ты нам не сказала, кто будет последним. Никто не верит. А я не Нет, скажу. На самом деле у нас принципиальная позиция для того, чтобы не знать. Нет, я так как знаю двоих, а третьего не знаю, мне кажется, третий последний герой. Нет, потому я что я вам сказала Коля, четыре. Он не может так, ну как бы, не говорить. Как? В смысле не говорить? Ну как, я с ним общаюсь, все-таки он как бы должен был подмигнуть. Я четыре серии назад сказала, на кого я ставлю. На кого? На Диму. На Диму. Хорошо. Ну потому что это не Коля. А на Ваню никто не ставит, что ли, я не поняла? Я бы очень хотела, чтобы победил Ваня, но мне кажется, он всегда такой, как он себя сам называет, четверочник. Хотя мне Ванька, мне Ваня капец. А Коля троечник? Коля приз посерьезнее достался. Нет, Коля, да, Коля уже победил. А так, ну все, шоу начинается, я чувствую. Так. Профессионала еще нет. Николай Анатольевич, ну что, разобрались с этой шайтой машиной? Я же с техникой на «ты». Ну, давайте. Пока рано еще. Температура не прошла. Наталья, есть какие-то подсказки? Да, мы ждем. В этом испытании. Как ее сделать? Дим, Митька, Дмитрий. Вы обещали все по красоте. Да, все по жаре будет. Все под контролем. Короче, до этого мы жарили только картошку, сейчас за мясо взяли. Сейчас посмотрим. Говорите за себя. Спасибо большое. А, в итоге сюда? Не-не. Вон. Ная женщина моя. Ты чуть не за своего взялась, Мась. Мить, ты видел это? Ная женщина моя. Ну сейчас что-то будет, что-то вау будет, я чувствую. То ли на радость, то ли на беду. Они рекламировали блонд. Настя приехала. Кто выключил свет? Включите, пожалуйста, свет. Кочегары. Ну покажите, что там. Можете на секунду показать? Тихим, температура падает. Секрет. Давай. Бля, открывай. Давай. Секрет вкусной баранины. Давай. Раз, два, три. Ого. Как он его... Нусред просто тут у нас. Дим, можешь так сделать, пожалуйста? Дать вам картошку? Нет, Масюль, все есть. А ты не снимай там. Вот так же надо снимать. Забыла? Да. Почему? Никого не скрываем, слава богу, теперь. Да? Неправда. Ну а что? Карин, не ставь, я несу. Блять, а Наташа перестанет варить? Нет. Вот, наконец-то! Мы их ждали весь вечер. Слава богу, что супруга приехала. А как же я объясню? Каждому по факту.
что? Мои-то мои, а? Так, мы еще ждем гостей. Вот так мне и нельзя поворачиваться. Очень красиво, кстати. А что Орлова так далеко от меня? Ой, какие помидоры, Ксюх. Незнакомые все лица, а души моей не спится. Без тебя. От заката до рассвета без тебя. Так нужна ты мне, любимая моя. Без тебя, без тебя. Все не нужно, самая алкашка у нас. Твоя. Нервничайте. Не надо никого. Иди, Дима, спроси у мамы. Да, папа, повесили все свои поцелуи. Но я-то могу теперь оторваться. Да, ну нет, не так. Ну, поставь так, ладно. Давай, Лен. Велосипедик пошел. Зато Наташка в суете. Ксения. Достаточно тебе. А ты не пьешь? А я могу без алкоголя. Я могу заказать если что трезвого водителя. А почему ты не пьешь? Ну все, сиди. На свету друг другу все пути. Да, это жизнь. И со звездием наших судеб старая. Ранние глаза крылья. Мое последнее дыхание. Смотрим финал. Какое может быть испытание? Какое будет насилие? Надя нет, тут. Ни одного испытания. Мы тут. Тоже тут. Нет, кучу людей. Ты мне близко взяла, да? Мне же да, ты красивая. Камера, да? Аланчик здесь, все здесь. Вкусненько есть. Наш любимый. Наш любимый участник. Ксения! Смотри, кто пришел. Вот она. Братик, ты выиграешь, я верю в тебя. Я смотрю. Я не знаю, чем это кончится, но я знаю, что ты вот можешь, брат. Я и жив.
слушать айфон 3078. Я без мира обошел, чтоб найти тебя. Держи меня крепче рукой, не сомневайся, я с тобой. Ведь мне с тобой хорошо и легко. Это чувство так необыкновенно. И мы где-то далеко, где-то над землей. Давно этой рубрики не было. Злая Ксения возвращается в эфир, пусть ненадолго. Значит, злая плохо, хорошая периодически тоже плохо. Ну ладно, сейчас не об этом. Значит, первый самый распространенный вопрос: зачем вы это все снимаете? Я, блядь, даже не знаю, как ответить на этот вопрос, если честно. Зачем я это все снимаю? Но когда я захожу на ваш аккаунт, ответ на вопрос сразу появляется. Например, 54 фотографии вашей рассады. Хочется спросить, вы зачем это снимаете? 56 фотографий пиончиков с вашей любимой дачи. Или, например, любимая собака, 74 фотографии. Зачем вы это снимаете? Вы, наверное, это снимаете и выставляете в посты нон-стопом, потому что вы любите это. Ну вот, такой же ответ. Нам кайфово вместе, я люблю человека. Так, второй момент, который хотелось бы проговорить. Смотрите, несмотря на то, что я выставляю сейчас свои отношения, видно, это был какой-то, ну не то чтобы не закрытый гештальт, не закрытая какая-то потребность, которая у меня была, абсолютно очевидно, потому что достаточно длительный срок я не выставляла никакие свои отношения, скрывала это, и не могу сказать, ну, видно, наверное, я не помню, чтобы я ощущала какие-то переживания по этому поводу, да, но, видно, чего-то не хватало. Сейчас я это делаю, кайфую, потому что я читаю ваши сообщения, мне так приятно то, что вы пишете. Вы говорите о том, что вы вдохновляете, что вы вновь верите в любовь, что вы просто кайфуете, смотря на нас. И мне от этого очень приятно, правда. Просто не ругайте, пожалуйста, своих мужей, которым вы начинаете вскрывать кукушку, говорит, хочу так же. Нет, вы долго с ними живете, это другое. Ну и отдельно, конечно, для тех, кто пишет негатив, конечно, я стараюсь кого-то засунуть в блог, вот. Хотя не вижу в этом особого смысла, потому что ну, не может нормальный человек не написать негатив на столь очевидные чувства между людьми. Ну, я не знаю, что должно срабатывать или какая несчастная жизнь должна быть у человека. Просто я в конце каждого видео не прошу, я понимаю, что это публично, что я сама это выставляю, но я не прошу никакого совета, правда. Обо что-то вы бьетесь, это понятно. Вы когда видите там любовь, или вам кажется, что это не любовь, а корыстные цели, всю эту херню, которую вы пишете, или пытаетесь научить меня жизни, хотя я не ваша дочь и не ваша сестра. Вот, тем не менее, вы обо что-то бьетесь, вы должны это прекрасно понимать. От чего вам так хреново? Ну, как-то надо проанализировать и понять, почему вас так это сильно триггерит. Ведь это удивительно, правда.
Но самое важное, что я хотела сказать, я не спрашиваю советов уже очень давно. Даже у своих близких подруг. С тех пор, как я пошла в психологию, мне вообще... Ну, я могу посоветоваться по поводу вещей, посплетничать по поводу каких-то... О, видите, лайк. По поводу каких-то вещей со своими подругами, еще что-то. Но сейчас у нас обсуждение на уровне порадоваться друг за друга, или если кто-то просит совет, тогда ты можешь аккуратно, достаточно экологично его дать. Не под одним моим видео, нет, ребятки, скажите, пожалуйста, мне стоит быть с этим человеком или не стоит? А вы мне не подскажете, мне не подходит. Мне вообще похуй, извините за мой французский, что вы думаете по этому поводу. Ну, правда, потому что мне не важно. Это мой выбор. Я человека люблю, у меня серьезные отношения. Поэтому, как вы на это реагируете, если честно, мне насрать. А если положительно, то я несказанно рада и благодарна за это. На этом все. Спасибо огромное за обратную связь. Я вот только что выставила сторис, уже просто директ взорвался от сообщений, как вы любите и продолжайте, пожалуйста, снимать все то, что вы снимаете. Мне очень приятно. Мне кажется, я всегда была трушная, и за это у меня такое огромное количество подписчиков и столько любви. Конечно, и благодаря проекту, который я вела, да, и благодаря своей медийности и всему остальному, но тем не менее вы столько лет со мной вместе, и я всегда... Когда у меня были отношения, когда у меня был брак, когда я разводилась, и мне было плохо, я, конечно, не сильно выливала это в интернет, но я всегда с вами была честна. Были очень сложные моменты, которые я не показывала и не говорила, ну, потому что я не такой блогер, который нон-стопом ходит с камерой и каждый свой пук снимает, но, тем не менее, очень многим с вами делилась. И многим из вас стала родной. И вы следите за мою жизнью, как за своим каким-то родственником порой. И я буду продолжать это делать, быть такой, какая я есть. И если я в моменте счастья, эйфории, не знаю, я не хочу говорить высокопарные слова, но действительно по моим глазам и по моим ощущениям вы видите, насколько мне хорошо, и я с радостью хочу этим делиться с вами. Поэтому низкий поклон всем тем и огромная благодарность за то, что вы ежедневно меня поддерживаете в моем этом таком прекрасном состоянии. Правда. Хочу вам сказать спасибо. Вот, и я не знаю, готова всегда быть рядом с вами, всегда быть благодарной за поддержку, потому что то, что я имею сейчас, это благодаря моему зрителю, моим подписчикам. Как-то чайка на крыле самолета, я не договорила. И последнее, что хотелось бы сказать, комментарий по поводу того, что вот там, а вот мы не до конца видим любовь в его глазах. Мне нравится, когда мужчины ведут себя как мужчины. И наедине своей женщиной, хотя наши друзья подтвердят, что не наедине, им даже немножко иногда неловко находиться рядом с нами, потому что мы оторваться друг от друга не можем. Такой заботы и такой нежности я не испытывала очень-очень давно. Но прежде всего мужчина – это мужчина. Он не должен каждую секунду припадать на колено или рассказывать о любви на весь мир в своем инстаграме. Да, все-таки мужчина должен в каких-то моментах не словами показывать, а поступками. Так вот, поступки на 100% выполнены. И на данный момент все, что я хочу, я имею. И все, что у меня есть – а это ощущение счастья внутри себя как женщины, это... А есть хорошая поговорка, и она звучит так. Готовь сани летом. Конечно, у нас не лето, а уже осень, но тем не менее, скоро настанут холода. И вот офигенный пуховик с этими штанами классными, которые я обожаю. Я вообще люблю большие, широкие белые штаны. Я нашла. Отдельно хочу вам рассказать про пуховик. Посмотрите, как круто он выглядит. Фирма называется «Манекен». Мне они очень нравятся. Я с ребятами дружу достаточно давно. И могу сказать, что у них супер-супер стильные вещи. Отдельно хочу сказать девочкам. Если кому-то за 35, за 40, это не значит, что вы должны одеваться, как взрослые тетеньки. Вот серьезно вам говорю. Конечно, понятно, что это подойдет и подросткам. Как бы у меня Маруська его не забрала. И подойдет им. Девушкам там после 25 и после 35. И почему я вам про этот пуховик говорю сейчас? Потому что ребята отшивают их в небольшом количестве, и второго такого в городе вы не встретите, поэтому
Смотрите, здесь классный капюшон. Материал, кстати, водоотталкивающий. Смотрите, как круто выглядит. И что... Внизу, кстати, есть фиксаторы, они находятся здесь, вот, вот эти резиночки тоже, чтобы было приталено и ничего поддувать не будет. При этом он не выглядит, знаете, такой супер объемный, то есть он выглядит очень сильно, мне это нравится. Одним словом, идеальный пуховик на московскую зиму, не на московскую, если вы живете там, в каком-то другом городе, всегда будете выглядеть стильно в таких вещах. Штаны продаются отдельно, если увидите, прихватите обязательно, потому что они тоже очень клевые. Этот костюм я тоже не могла вам не показать. Офигенный, шуршащий мотокостюм. Смотрите, как круто выглядит. Второго такого не будет точно. Я оливкового цвета взяла, я вам оставлю ссылки, зайдите, посмотрите. В меру оверсайз и в меру секси. Еще ни у кого таких не видела. Я знаю, что у манекена нереальное качество. Взяла сразу два, как уже сказала, да, вот, не нужно ломать голову, что надеть, когда нужно очень быстро собраться. То есть ветровка напоминает мне корсет, видите, такую талию прорисовывает тоже. Очень круто смотрится, смотрите, какой классный, офигенный. Имейте в виду, и один, и другой костюм, и пуховик, и штаны, еще много чего, потому что, ребят, большой ассортимент. Вы можете выбрать у них на странице, сейчас все ссылки оставлю. Все-таки не устраивает, что у меня одна рука хочет, видимо, чтобы была подлиннее. Поэтому я вот такой. Не могу просто уже описывать. Ну, Шанель, идем? Да. Да, у нас еще есть шея. Я еще на голове могу носить, знаешь, эти женщины.
его глаза — это свет. Дальний-дальний, то любовь — это мир. Но как повторить? Его глаза — это свет. Дальний-дальний, то любовь — это мир. Еще громче! Ксения Бородина. Ксения Бородина. Покажите, что у нас тут есть в наличии. Вот, она в бодруме, куршавель и просто красиво в купальнике. А, Ксения, мы посмотрели на все эти фото. Там много лайков, но вы можете больше. Есть один мой ценный совет, если хотите, я могу поделиться. Если хотите, я все равно поделюсь. Смотрите, вы просто берете и становитесь ближе к народу. И сразу люди к вам, естественно, тянутся тоже. Вы просто берете... В этом же образе, только в другое обстоятельство. Будьте так любезны. И здесь тоже можно быть ближе. Потому что в Геленджике огромное количество места для всех нас. Ну и, собственно говоря, для вашей эйфории. Малиновые сны с капелькой слезы. Она покинет клуб в объятиях звезды, в объятиях луны. Отдаст ему себя, он для нее герой. Она... Такой настоящий, такой взрослый. И это огромный поступок с твоей стороны. А люби, пожалуйста, мою подругу, никогда ее не предавай, будь всегда рядом, и у вас замечательная семья. И пофигу, подарит она тебе дочку или нет. Это... У меня тут Артем с женой. И оба клевые. Она на полупальцах в тишину. Я за ней, но менее резво. Я удивляюсь тому, что дышу одним воздухом с ней и остаюсь трезвым.